своеобразных связок, и ему понадобилось удар Криштиану. 1-0. Вот, собственно, человек, который всегда готов забивать. И неважно, есть ли какие-то турнирные задачи перед его командой или нет. Он делает то, что должен, то, что от него ждут. Это уже 46. Марсело пробить не дадут. Вот сейчас, может быть, и гол 1-1. Икер Касильяс вытянулся в струнку, но до мяча, похоже, так и не дотянулся. Как отреагирует сейчас стадион? Педро Леон. Передача, удар. 2-1. И снова в тот же угол. С какой легкостью все это происходит. Тёску сзади по ногам. За ноги. Ну и у мяча Криштиану. Его фирменный разбег. Кадина же все видел, как он не дотянулся до этого мяча. Поразительно. Ну а Криштиану идеально разобрался. Ну а Криштиану готов сделать хет-трик. И это происходит. 3-2. Очень сдержанно празднует этот гол Криштиану. Сарабия выдает очередной угловой. Не может быть. Это что, 3-3 уже? Замерли все. Чисел мы сегодня с вами доберемся на табло. Кстати, Карло Анчелотти нет на скамейке Реала. Он дисквалифицирован на 2 матча. Это случилось в игре с Валенсией. Ну и без него команда сегодня вроде бы справляется. Легко забивает сама, легко пропускает. Мяча Криштиану. И Хамес. Бьет колумбиец. 5-3. И Хамес получает поздравления. Ну, и сейчас начинается продвижение вперед. Хамес, Карвахаль, снова Хамес. Эссе. 6-3. Хесе Родригес Руис. Вперед, не было офсайда. Хесе. Ну и надо забивать. Марсело. 7-3 на Сантьяго Бернабео.